И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на выживалочке, на официалочке. Да, вы не ошиблись, я стою на плоту со шкафом. В трусах, так сказать, на голом плоту и без ничего. Но не бойтесь, не бойтесь, нет, не бойтесь, меня не зарейдили. Это просто мой вспомогательный плот, на котором я плаваю куда-либо, куда мне нужно. Так что не переживайте, все нормально. Тот плот, который был мой первый, я разломал. Этот плот, как видите, очень видоизменился за последнее время. Что внутри, это просто... Это просто пустота внутри. Это просто кошмар. Стоит три шкафа, термошкаф, верстак, печка. Четыре грядки. Да, они стоят друг на друга. Две грядки очень экономят место. Случайно поставил, смотрю, о, канает, ну, надо ставить. Стоят они с культурными растениями. Морковь, здесь у нас лимон. Здесь картофель. И здесь у меня кукуруза. Костер, здесь две кровати стоит у меня, здесь котелок, вот они додошки несут яйца, все хорошо, все как положено, ну собирайте все эти яйки свои, блин. Так, давайте вот сюда скинем, вот это вот сюда, вот, как видите, ну мало чего изменилось, я не знаю зачем я кровь здесь понаделал, короче, она уже три штуки испортилась. Вот, по ресурсам мало чего изменилось, потому что по факту просто все сюда перетащил и все. Здесь, когда я строился, здесь прилетали два чувака на аргентависах. И я сильно очканул. Очень сильно очканул. Кстати, у тебя же месяца заканчивалось, да, у тебя месяца закончилось. Печаль. Печаль, беда. Беда, печаль. Блин, надо будет добыть мясцо. Сейчас это будем делать. Вот. В целом, как видите, плот сделан все по тому же принципу, только скошенной крыши, дабы экономить место. Я хотел еще с этой стороны скосить, но сюда скошенная крыша не ставилась из-за ворот, поэтому пришлось вернуться к такой концепции. Хотел еще больше сэкономить территории, но не получилось. Вот. Как видите, я сюда также провел такую же систему. Плот стоит немножко в другом месте, сюда провел такую же систему орошения, и все хорошо. Наверх залазить вполне легко. То есть вот, оп. И без лишних заморочек я уже стою на крыше. Так что домик вполне функционирующий. Сейчас расскажу, что у меня здесь. Как видите, у меня стоит 4 ступки. Стояло больше. Для чего эти ступки стоят? Это ограничение по строительству. Во-первых, для чего? Ну, насколько я слышал раньше, была такая фигня, то что сишки нельзя кинуть на постройку, если у тебя уже стоит максимальное количество. Не знаю, если такая фигня все еще есть, это здорово. Ну и во-вторых, я уже знаю, сколько элементов я могу еще поставить. Три дополнительных элемента. То есть я ломаю ступку и ставлю элемент. Ломаю ступку, ставлю элемент. Все легко и просто. Так, что у нас дальше? Ну, да, во-первых, что я хочу сделать? Прикормить птера. Да, у меня все-таки же не зря корм птера есть, так что я хочу птера притомить. А, кстати, я что-то... может, звук как-то и изменился? Я не знаю. Вот, но... я поменял себе материнку. Материнскую плату поменял, все остальное осталось то же самое. Поставил дополнительную плашку оперативки. То есть у меня сейчас 16 гигов оперативки. И вот на данный момент вот это все. От этого вот все. Ну-ка. Не, также 32 осталось оперативы. То есть у меня при записи 32% оперативы забивается. Раньше было намного больше. Вот, то есть сейчас с оперативой вообще проблем у меня не будет. Ну, конечно, процесс развивается на 100%. Конечно, я могу его ускорить, но я не вижу в этом смысла.
Я просто посмотрел тесты и так далее. Он увеличивает там 2-3 FPS в одиночных играх, в онлайн играх вообще мало чего будет увеличивать. Поэтому как бы я в этом смысла чутка не вижу. Ну, пускай будет так, как будет. Зато оперативы больше и материнка получше. Ну, вот, сегодня всю ночь возился. Хотел винду переустановить, а у меня дисковод, короче, послал меня. И не получилось, короче. Ну да и бог с ним, короче. С этим дисководом. Блин, тему ноты как стало. О, спасибо, светлячок. Собственно, что сейчас собираюсь делать? Собираюсь, во-первых, найти этого самого ктера, нужного мне. Во-вторых, о, кстати, металл у него есть. Целых 10 штук, здорово. Во-вторых, мне нужно... Так, давай-ка все-таки я металл поставлю на пережарку, заодно и посветлее станет. Во-вторых, мне нужно будет его уже... Собственно, его и притомить нужно будет. Для этого у меня есть арбалет, есть, конечно же, стрелы. Сейчас еще сделаю, поднарелую наркострел. Я не помню, сколько мне его нужно, поэтому сделаем сразу же побольше. Вы, кстати, видели, сейчас такой пролаг был, когда я выходил с верстака, ой, с ящика. Это пролаг из-за процессора. Когда у меня процессор не на 100% загружен, таких пролагов нет. Вот, поэтому если какие-то маленькие провисончики есть, знаете, это у вас процессор говно. Да, процессор говно, и как бы с этим ничего не поделаешь. Так. Нужно одеться. Для чего я снимаю все шмотки перед выходом с сервера? Потому что можно просто взять и свалиться в воду сквозь плот. Да, есть такой баг, ты падаешь сквозь, точнее, в воду сквозь плот, и все, и типа ты ничего не можешь сделать с этим. Да, бывает такое. Ну, как бы, это не беда. Все легко решаемо, скидываешь все шмотки и все хорошо. Так, блин, смеюсь. Что дальше? Так, труба есть, надо болос еще состряпать. Болос — это неотъемлемая часть охоты на Анна. Я не помню, что на болос просто нужно. Неотъемлемая часть охоты на динозавров. Да, правильно, волокно надо было. О, два могут стряпать, а мне больше, я надеюсь, и не нужно будет. А книжка. Давай сделаем побольше сразу же тогда уж. Вот, этого мне точно хватит. Сколько у него хоть веса? 0,5. Нормально. Ну что, я готов. Осталось только дождаться утра. Потому что сейчас я не собираюсь идти. Дождаться утра и уже начать томить. Сейчас, я думаю, пока ночь, сгоняю на ближайший остров, пофармлю мясцо. Вот. А, кстати, мне писали в комментариях, там, типа, вот я говорил, то, что дилка плохая, как турель, она плохая, все дела. Я говорил, дилка плохая, как турель, когда она соло стоит. А когда их будет у тебя 7, то, конечно. Ну, собственно, как я и в комментариях написал. И как же написал там... стая или стадо муравьев можно, либо стадо, либо стадо муравьев может запинать огромного динозавра. Начнем, пожалуй, с этого. Это реально так и есть. То есть так что это, конечно, не спорю. Но когда у тебя одна дилка, толку от нее чутка маловато. Вот, ну, как защита, вполне неплохо. Вот, потом на крыше, вот, собственно, видите, у меня три позиции, да? Я, наверное, на крыше возведу большие... раз, два, три. Да, большие я, наверное, там возведу, если мне ничего не нужно будет строить еще, я там возведу большие грядки и растения X. Но для начала их нужно добыть. Все, в общем, на добычу места и погнали. И все-таки, чем мне нравится центр, это тем, что, ну, нету таких ночей, когда просто вырви глаз и ничего не видно. Это здорово. А вот эти светлячки очень помогают выжить. Все-таки для начинания на центре самый лучший вариант играть.
Ночью светло, светлячки помогают выживать. Спавн металла и центр, можно так сказать. И кристалл там тоже есть. Единственное, только за обсидианом, да за нефтью летать. Айсланд. Айсланд — это начало. Это, да, конечно, там все жестоко и все в таком духе. Там интересно. Но все-таки выживать самый легкий вариант — это на Айсланде. Ой, на центре. Про Рагнарок пока что ничего сказать не могу. Выживал там очень мало. Поэтому, если уж что-то пошло, как меня зарейдят здесь, то я перемещусь на Рагнарок. Будем там пробовать смотреть что-то, когда, где. Наверное. На этот пока что место добываю. Кстати, насчет добычи киркой, топором и так далее. Кирка считается основным атрибутом для добычи мяса. Но, кстати, да, я тут кожу потратил немножечко на это, на бонус. Но как-то получается чаще всего 50 на 50. Один только паразавр спас положение, и с него я добыл много мяса. Допустим, с некоторых дудошек можно вообще добыть мясо больше, чем... Ой, кожа больше, чем мясо, нежели киркой. И как-то непонятно, как это в целом сейчас добыча работает. Раньше было лучше. Сейчас что изменилось, я не знаю. Но суть в том, что тяжело сейчас сказать, чем добывать ресурсы намного лучше. Динозаврами, это понятное дело, это однозначно. Но вот инструментами чутка пока что непонятно. Вот, бегаю, в общем, фигней страдаю. Пока что, ночью. Вот, давайте посмотрим даже, сколько я добуду кожи, сколько мяса. О, а сейчас повезло. Вот здорово, как на камеру так снимаю, так нормально. А как сам добываю, у меня вышло 4 мяса и 12 кожи. Вообще, в натуре. Ну, подстава какая-то, на подставе. Ладно, уже почти рассвет. Буду собираться в путь. Сейчас еще вот эту птоху завалим. А, кстати, может, от левела зависит тоже немало. Вот, вообще кожу практически не добыл. О, компики. Вот с вас вроде бы ни кожа, ни мясо, а что-то и кожа, и мясо обычно добывается дофига. Ну-ка. Ну да, ни кожа, ни мясо, а больше, чем с дудохи. Да, хороша птица. Жаль, не притомится. 130 левел. Кецаль. Это, конечно, прикольно. Он уже реальный 5-й день вроде летает. Нет, 4-й. Такие вот дела. 15 левел, конечно, прикольно. Но не на моем уровне развития. Я корм забыл. Да ёпарасоте. Эх, где-то, в общем, здесь на островах вон тех, там нормальный птерчик летает. Ну, слышишь? Ну, не 15-й же левел. Ну, иди уже отсюда. Блин, то фиг кого найдешь, это прям уж сам в руки летит. Срочно выпуск «Нападение гопников». Долбанные компики, ненавижу их. Здесь еще чекет. Не заметил, в кустах сидела. Я думал, сейчас налетит на меня. Нет, нифига не налетела, повезло. Пока что повезло. Она все еще летает. В общем, здесь находится два птера. Ну, давай, ты не будешь подходить. Дай добуду по-нормальному. Здесь находится два птера. Один 90 левел, другой 50 левел. Да ты, долбаная чайка, вали уже отсюда. Мне нафиг. Вот на 90 левел. Ах ты, сраная чайка. Иди сюда. Долбаная чайка. Ненавижу их. Раз. Два. Три. Ну давай, заряжай. Четыре. Да ладно, я попал. Я попал уже в этого в обгаженного. Черт побери. Ладно, сейчас посмотрим. Попал или не попал. Там эффективность сразу же минус 30%, что-то типа того, если не больше. Давай, быстрее, кушай. Приручение, ну, давай, все дела.
чайки летают, долбаные. Я очкую. Я не думаю, что так быстро оглушится. Ну? Кушай. Кушай. Давай, да? Нам-нам. Хам-хам-хам. И чё тебя, насильно что ли кормить теперь? Кстати, тут говорили мне то, что типа вот, то, что я насильно кормил этого дилофазавра, поэтому эффективность так сбавлялась. Нет, там, если посмотреть внимательно, там в целом с каждым сбросом, то есть с каждым кормежкой эффективность сбрасывалась по 5% плюс-минус. Так что это все фигня. То, что я насильно кормил, не кормил, это все фигня. Давай кушай, вышчуй. Алло, кушай. Просто не хочу корм кидать сейчас, чтобы это... Если в косяк, то чтобы корм... А хотя, что у меня корм? У меня корм-то... Я его могу состряпать в огромном количестве. Кстати, да, надо мясо держать, чтобы когда это... Притомиться, чтобы не корм уже продолжало жрать, а... Ну, там... Обычную пищу. А то не бывает, начинает отъедаться и давай корм нахавать. Хам-хам-хам. Ну, алло, блин, что так долго-то? Так, ну-ка. А, пролаг. Оп, отвисло. Да ё-моё, реально ещё долго. Ждём. Давай. Кущи, быстрей. Ай, странники. Кстати, в эти котелки, костры и так далее порой полезно заглянуть. Там можно найти тухлятину. Да, сраные компики. А нет, это не компики. Господи, у меня уже все, у меня уже паранойя началась. Можно найти тухлое мясо, можно найти уголь. Казалось бы, нафиг это надо, когда ты уже развиваешься на создание наркотиков и создание этого пороха. Ну, это очень сильно нужно. По крайней мере, самому не жечь. Вот. Ну, на начальных развитиях. Когда у тебя уже там дофига чё развился, то тебе как-то на это всё пофигу дело. Алло! Дилка бегает. Может, дилку притомить чё? Как вы думаете, пригодится? Слышь, 65. Ну, уже подходит. Вроде на 65-й голодовке он хавает. Тера. Давай. Хом-ном-ном-ном. Кушать. Ептель, кушать. Простите, уже 70-е, сейчас будет голодовка. Кушать, да? Кушай. Нам-ном-ном. Наверное, если дилка большого левела, я притомлю дилку. Ну, а чем мне все равно так тут тусоваться? Почему бы нет, мяса есть. Да что так? Что с тобой не так, а? Почему ты кушать не хочешь, да? Алло? Не можешь выбрать? Ну, давай я тебе помогу. Нам-нам-нам-нам-нам. Да что такое нафиг? Что творится с этой птицей? Нафиг. Ну, наконец, я только нажал на паузу, грубо говоря, и сразу же начала хавать. Не, нормально, всего лишь 20% эффективности, это нормально. Примерно всю такую эффективность я бы потерял бы, кормя мясом. Так что все пучком, закидываем на обратное место и погнали смотреть на дилку. Дилочка, где то тут бегает дилочка? А? 140-й левел, да ладно тебе, 140-й левел. Ну-ка, ты кто у нас? Самец. 140-й левел. Оп! Давай-ка только ты там фтерчика моего попадать не будешь, да? И давай-ка спать. Раз. Два. Кстати, надо было поближе подогнать, ну ладно. Три. А что ты там натуре? Четыре, говорю. Ой, да ладно. Пять. Слышь, дикобраз. Шесть. Оп, спать. Отличненько. Давайте смотреть. Вот сейчас кормить я не буду. Будет ли так же эффективно спадать или же нет? Три,
Голод вообще быстро спадает, это здорово. Гилка пригодится, тем более такого большого левела, это 100% пригодится. Такс, что у нас здесь? Будем наркотиками кормить, так как это он у меня есть, так что до травы бежать тем более далеко, так что такие вот дела. Ну вот, пожалуйста, блин, я голос, я походу, да, чуть-чуть продул. Вот, видите, эффективность, один раз похавал, минус 8%. Вот сейчас дождемся еще одну хавку, и я вам покажу, что это не из-за того, что я кормил. У них в целом эффективность так спадает легко и просто. Кстати, непонятно, почему так сделано. Вот, 85. Так что от того, что я вот так вот ее откармливал, ничего не менялось. Ладно, мяса столько нет, чтобы тебя откормить по 5 хп твои 2 сотки. А здесь все пучком. Вот, пожалуйста. А здесь вторая кормежка прошла, и эффективность спала на 0.2. Да, я там люки был, конечно, это влияет, но все равно это не так, как у Динок. Ну и мясом, конечно, да, я это, ну, может быть, на пару левелов было бы больше. Но и так нормально. 90 левел, что-то в последнее время найти не очень. Спавнится здесь очень маленький. Один раз был 130 или 135 левел. Точно не помню, что первая цифра была 13. Вот, 130 или 135, не помню, но он так быстро исчез. Да, и даже чихнуть не успел. Ну вот. Вот, а у Дилки вот, все спадает, 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 скажем, кормлением. Хе-хе. Такие вот дела. Так что будет у меня вторая турелька. И такой вполне нормальный ритун. Че, здоровье будет? О, больше 1000 здоровья. Это здорово, выносливость. Сейчас где-то около до 300, я думаю, поднимется. Вес, примерно, даже если так же останется, тоже все здорово. Но если 200 будет, вообще кайф. Это классно, это классно. Это просто замечательно. Нормально. Конечно, не топовый, но все же. Так, еще чуть-чуть и будет еще одна кормежка. И посмотрим точно, сколько спадает эффективности. 79,7, как видите, уже практически дошло. Вот, и 79,5, как я и говорил, по 0.2 за одну кормежку. Это вполне неплохо. Ну вот, отлично. Здесь 48,5%, здесь уже 54,8%. Ну, Делка быстрее притомится, хоть и левел у нее больше, но по понятным причинам это будет и быстрее. Так что не зря решил томить. Я тут еще, кстати, моську покормил, Масхопса. Масхопс сотого левела. Покормил его, не знаю, что там. Жирное первосортное мясо. Сорян, чувак, нету. А там надо было просто тинтабери ему дать, но я ему дал тинтабери, думаю, ну, фигли вхавай, чё. Нету. Нету, конечно, того, что ему нужно. Хотя у меня, знаете, есть идея притомить бесозавра. Блин, он это типа качает. Но только проблема, его кормить по ходу дела придется очень долго, и времени уделять ему придется очень много, а в этом-то вся загвоздка. Мне за теми двумя следить нужно. Лучше тебя кормить. Не, если втомить, то нужно маленький левел, потому что слишком долго, а эффективность одинаковая по факту от листозавра. Кстати, напишите в комментариях, есть разница томить большого листозавра и маленького листозавра? Они же одинаково по факту дадут эффект ускорения опыта. Или нет? Напишите в комментариях, мне это очень сильно интересно. Решил сгонять за седлом птера и вспомнил, мне же тут скидывали в комментариях видос о том, как рейдить базы и так далее с помощью плота, ну там рейдить плоты с помощью плота и так далее. Так себе способ, если честно. Вообще, я бы так сказал, вообще ни о чем способ, потому что тот способ, который видел я, он требует затрат намного меньше, и он
И, так сказать, его можно делать в соло, то есть без лишних заморочек и так далее. И эффективность намного больше. Такие вот дела. Так что... Такие вот дела. То есть, не знаю, как бы... Будет. Будет время. Будет возможность, самое главное. Я покажу этот способ. Если вы, как говорится, видели, то хорошо. Если не видели, то увидите. Но вопрос в другом. Будет ли такая возможность у меня? Да. Вот факт в том, что, возможно, и не будет. Так как все плоты, которые я обычно нахожу, они уже зарейдженные. Вот. А для рейда нужна, понятное дело, сишка. Да пошли все в жопу, чайки сраные. Сраные чайки, тоните, твари. Беспредельщики. Так, вот и Дилка притомился. Так что все отлично. 157 левел, плюс 17 левел было. И, как видите, все вполне неплохо. Здоровичка, может быть, до 1000 догоню, а остальное буду все в урон кидать. Неплохо, неплохо. Все вполне здорово. Такс, иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, 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 сюда. Оп, стоять. А, где тут у меня листик? Листик, 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 стоит. 20 левел. Вот его там еще. Ее. Просто, ну, думаю, 20 левел можно и притомить, как бы. Не сильно сложно. Тем более, так и так стою, бегаю, жду. Да уж. Осталось всего 3 либо 4 камнешки. Здорово. Вот, а листик здесь бегает. И томится. Не, нафиг, не буду листозавр томить. Очень долго томиться. Вот, а опять бегать можабельки собирать неохота. Да и в целом, надоело мне уже томить. Так, погнали, посмотрим режим тюрели в действии. Здесь как раз вот дотохи стоят. Девы, 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 камни, 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 быстрее, 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 быстрее. Оп, стоять. И теперь, поведение, включить режим тюреля. И ставим тебя на агрессию. А, режим турели типа действует только на диких, да? Ой, наоборот, на недиких. Чпоникс. Кущи, кущи. Мясо добывай. Ну, заодно немножечко покачается. Главное, чтобы на трек не напал, и все хорошо. Будет. А то придется еще от трека отбиваться, а там 130 левел. Это же больших делов отбиться. Что-то пошло не так. Слишком далеко бежит. За мной. Тем более здесь уже томление все близится к завершению, к своему. Так что, ну и в баню. Да, по ходу дела, режим турели действует только против людей. То есть она сразу настроена на против людей и притомленных динозавров. Чё-то типа того. Так что пока заведу ее на плот, его на плот, и буду ждать уже птерчика. Кстати, перестали писать... дальность преследования, видите, да, то есть не пишут, какая дальность преследования. Ой, как у тебя в голове пусто. Так, блин, погоди ты, несу свою голову в камеру. Сменим группу, что группа не то. Поведение. Вот, видите, изменение дистанции наименьшее, а не пишет. Неудобно, если честно. Да, кому-то, может, это и мешало, но мне это неудобно, я понять не могу, какая дистанция. Вот, ну, в целом, как бы, такая дистанция-то и нужна, по сути. Вот, так я сразу же включил режим турели, и все хорошо будет. Такая-то дистанция мне и нужна, но все равно, как бы, неудобно, неудобно. Ой, я жрать хочу опять. Не, ну не подставили, а? 3% не хватает. Не, ну это что такое? Вообще, подстава на подставе. Ну, в смысле, вы это не знаете. Я сейчас просто узнал, что у меня время, оказывается, на компьютере бежит. Практически на час. Не, ну это с другой стороны все здорово. Я думал уже, о, время, это час дня. А тут
12, здорово, замечательно. Выходной продлился еще на час. Так что все вполне неплохо. Такие вот дела. Ладно, подождем еще немного. Ну, кстати, плюс 35 левелов, это тоже довольно-таки нехило. 125 левел будет. Здорово. Как вы думаете, что будет быстрее? Он притомится, точнее она притомится, или закончится торпор? Что-то, знаете, проверять как-то сильно не хочу. Думаю, ну нафиг, надо скормить немножечко. Один наркотик, думаю, этого будет вполне достаточно. Реально проверять я что-то даже и не хочу. Но вполне неплохо. Все близится к торпору. Давай, 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 чуть-чуть осталось. Кущай, кущай. Че эти треки тут ходят? Ну, благо проверили, что на диких турельки не реагируют, так что все хорошо. И стоит на пассивке. Так, ну-ка где? Вот, здоровочка еще один раз, и остальное все буду в дамаг кидать. Отлично. Просто здорово. И здесь осталось прям чуть-чуть. Прям чуть-чуть осталось. Ну, какую музычку переключить пока что. Оу-я. Притомилась. Хе-хе-хей. Отличненько. Просто замечательно. Теперь у меня есть птерчик 125 левела. Так, стоять. Сразу же надавать на пассивочку. Сразу же надеваю на тебя седалон. Чего у тебя тут по здоровью? 100 000. Вес 165. Вес до 200, думаю, качну. Выносливость 3 сотки. Здорово. Выносливость 3 сотки, это здорово. 350 сделаю. 350 либо 400 зависит от того, как будет накидываться. Если будет вообще прям заоблачно накидываться, то еще больше. До 500 наконец. Ну, все вполне неплохо. Мне нравится. Ух. Погнали. Да, конечно, перегруз, однако сильный. Однако сильный перегруз. Ну, да что поделать. Так, что не, да, полное, так что нормально. Вот так вот. Что получается? Это я двое суток томил или сутки томил? Ночь настала. Сутки. Ну, в смысле, это... Сутки. Игровые. Нормально. Нормально, только нормально. Ну чё, еще один вилка есть. Причем вот у них усиление УЗ. Это увеличение дамага на 30% и уменьшение урона на 30%, если я не ошибаюсь. Поправьте меня в комментариях, если это не так. Или напишите в комментариях, как усиление УЗами по факту работает. Потому что, допустим, если приручать, то есть выращивать питомца полностью, то дается эффективность именно такая. А вот насчет усиления УЗ я точно не уверен. Напишите в комментариях, если точно знаете. Можете даже скинуть ссылку на вики, если найдете. Блин, буду вообще благодарен, потому что что-то, когда мне было не лень искать, я не нашел, а когда мне лень искать, я не ищу, понятное дело. Вот, поэтому как бы такие вот дела. А что я к этим-то воротам походу? Нет, большим надо. Так что все вполне здорово. Странная чайка. Иди отсюда. А вы куда там? Могу быстро на базу. А, это я на базу. Понятно. Да. Ну зато сразу понятно. Пролаг, не пролаг. Еп. А чё так жопой ты стоишь? Прям конкретно так стоять. Прям конкретно жопа вылезла. А в чем прикол? Зачем? Почему? Ну, это честно непонятно. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что такое, блин? Иди сюда. О, отлично. Ну, кстати, управление стало намного лучше, более отзывчивое, и теперь намного легче, допустим, сесть на какие-то такие поверхности. Нет такого, что пролетит полкилометра вдали и в итоге сядет не туда, куда нужно. В целом, да, очень удобное управление стало, если уж на то пошло. Вот. Ну, а насчет того, как зависает, правильно это, неправильно, лучше, не лучше... А мне так вполне логично, потому что если посмотреть, как птицы зависают, к примеру, в воздухе, многие птицы, то они примерно так же и зависают. Так,
Ага, конечно. Ты же в режиме турели до сих пор стоишь. Так что как ты? Вот так вот. И... Еп. Отличненько. Стоять. И... Поведение. Режим туреля. Переключаем тебя на агрессивный. Так же, как и ты. А ты атакуй цель. Все здорово. Двери закрываются, а серия заканчивается. Пропустите меня. Да, конечно, тесновато тут становится, поэтому стоит задуматься о базе как таковой. Так, нужно скинуть вот это все дело. Вот это все дело. Так, шприц забрать вообще, нафиг его выкинуть. Ну, вот, потому что он точно нафиг не нужен. Так, и... Наркобарики-то нужно как-то заюзать. Чё я скинул? А, у меня пухлятина-то была. Так, и... Вот так. Ну, на этом уже теперь точно все. Сейчас включу костерчик, чтобы было получше. Вот такие вот дела, народ. Вот такие вот приключения были сегодня. Я надеюсь, вам серия очень сильно понравилась. Потому что я... Честно, вот я получил удовольствие от этой серии. Было без фейлов, без косяков, как это было в последних сериях. Было все, знаете, даже лучше, чем я запланировал. Я запланировал притомить Птира, притомил еще Дилофозавра 140-го левела. Блин, все получилось даже лучше, чем я запланировал изначально. Вот такие вот дела. В общем, народ, на этом сегодня уже точно все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.